Аллею дружбы на улице Осетинская открыли в 2013 году. Здесь посадили деревья от представителей различных национальностей, которые проживают в Самарской области. Каждый год аллея пополняется саженцами новых деревьев. А в этом году здесь высаживают 500 кустов гортензии. Пока это маленькие саженцы. За несколько лет они окрепнут и будут радовать жителей пышными шаровидными цветами. А на другом участке аллеи кипит работа. Студенты убирают прошлогодние листья и мусор. Признаются, в такую погоду субботник лучше любых лекций. Просто сейчас погода хорошая, подышать свежим воздухом, посмеяться с друзьями. Весело, интересно. Почему нет? Почему не сделать город чище? Я считаю, это очень хорошо. Это уже 16-й субботник от движения «Чистый город». 4000 студентов и активистов приводили в порядок самарские парки, скверы и площади весь апрель. Пока не распогодило, ворошили снег, потом взялись за мусор. Площадь разворошенного снега составляет около 4 футбольных полей. То есть, представляете, 4 футбольных поля разворошили наши ребята, активисты движения «Чистый город» и студенты образовательных организаций города Самара. Постоянные участники субботников отмечают, как аппетит приходит во время еды, так и желание убираться во время уборки. Активисты уже строят планы на лето. Оно будет богатым на экологические акции. Впереди очистка речных берегов и мест отдыха самарцев. Олеся Корецкая, Максим Гусев. События.